Поставьте лайк под это видео. Что вам жалко, Боже? От вас что убудет? Кто хочет поддержать Беларусь? Ставим лайчочки. Но что так мало лайков? Неужели никто не хочет добра Беларуси? Мирного неба над Беларусью. Боже мой. Всего лишь 1100 лайков. Ужас. Ну что, ребята, мы будем заставить лайчочек за великолепную Беларусь? Или нет? Или Беларусь будет в унынии? Если вы поддерживаете Беларусь, если вы хотите, чтобы над Беларусью был мир, и люди в Беларуси были счастливы, поставьте лайк этому стриму. Боже, как мало людей хотят счастья Беларуси. Неужели вот это да? То, о чем все говорили, что братья славяне, да, братья славяне, друзья. Неужели на самом деле этого нет? Неужели вы не хотите счастья Беларуси? Ужас. Все, кто считает, что в Беларуси должен быть мир, ставьте лайк. Давайте так. Все, кто считает, что в Беларуси должен быть мир и покой, и хорошая экономика, и счастливые люди, ставьте лайчочек. Сейчас посмотрим. Вот 600 человек смотрят, и только 40 человек хотят миру Белоруссии. Боже, а остальные не хотят? А остальные, наверное, тихонечко, да, хихикают? Не хотят мира в Белоруссии? Ужас, я в шоке. Лайк поставить, это же не 1000 рублей стоит, это 0 рублей стоит. То есть вот так вы хотите покоя и мира Беларуси. Ай-яй-яй, как жаль. Как жаль, зайчики. Давайте все-таки за Беларусь. Давай, брат, до конца.